Виктория, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, где ты и что? Чем ты сейчас занимаешься? Да, можем тебе помочь. Пытаюсь выполнить одно из заданий квеста. Собрать пазл по одному из произведений Кинга. Пазл должен получиться в такая картинка, видимо, иллюстрация какая-то из произведения. Это, повторюсь, одно из заданий квеста, которое пройдет сегодня здесь, в Краевой молодежной библиотеке. Но поподробнее об этом расскажет мне Валентина Саидова, библиотекарь отдела художественной литературы Краевой молодежной библиотеки. Доброе утро! Доброе утро! Валентина, у вас сегодня здесь пройдет квест по Стивену Кингу. Почему именно этот автор был выбран? Стивен Кинг – это один из актуальных авторов современности именно для молодежи. Молодежь очень его читает, так как он пишет в стиле ужасов, фантастики. А молодежь, она, ей прям нравится получать эмоции, которые выдает Стивен Кинг. И каждое его произведение, оно яркое, можно получить эмоции, пощекотать нервы, и это им нравится. Помимо Кинга, какие-то книги еще сегодня будут участвовать в квесте, в заданиях? Нет, в квесте не будет, но у нас к квесту есть книжная полочка, где будут также авторы, такие как Нил Гейман и Елена Усачева, уже для маленьких деток, чтобы они также могли посмотреть эти книги. Если они их заинтересуют, они смогут их взять. Вот помимо того задания, которое я решала, я правильно же поняла, это будет какая-то, должна получиться из пазла иллюстрация к книге, так? Да, все правильно. Помимо такого задания, что еще будет? Давайте немножечко так сюрприз все-таки сохраним, но что-нибудь чуть-чуть приоткроем. Давайте. У нас будет 4 площадки. Одну из них вы проходили. Вот. Еще будет площадка в другом отделе. Там нужно будет разгадать ребус. Так. Как таковой будут слова. В них буквы все перепутаны. И нужно будет догадаться, что за слово зашифровано. Там название произведения Стивена Кинга. Давайте мы с вами попробуем сыграть. Давайте попробуем. Так. Так, сейчас я вам зачитаю слово, все буквы перемешаны, и вы должны отгадать, что же это за название. Еще и на слух, это сложно. Да, это сложно. Так, все. Скотя мис шо мек. А можно еще раз, пожалуйста? Скотя мис шо мек. Я, конечно, очень не очень знакома с творчеством Кинга, по крайней мере, книг, но я так понимаю, это довольно популярное произведение «Мешок с костями». Да, все верно, вы угадали. Еще попробуем. Давайте. Из йог. Ну, методом проб, ошибок, изгой? Да, все верно, все правильно. И еще давайте. Стоп, лац. А тут нужна подсказка. Давайте мы оставим это слово ведущим. Мы чуть попозже повторим его. Давайте сегодня квест, да, проходит? Да. Давайте вот озвучьте, во сколько, куда приходить нужно и что нужно сделать, чтобы поучаствовать. Хорошо. Сегодня, 17 числа, в библиотеке молодежной, краевой, по адресу улица Щерца, 46, будет проводиться квест в 2 часа. Два часа. Чтобы поучаствовать, что нужно сделать? Нужно просто собраться, прийти и поучаствовать. Супер. Давайте откроем вот этот листочек, покажем его сейчас ведущим и зададим им еще раз вопрос. А они, пускай у нас попробуют отгадать. Это название книги Стивена Кинга. Да, давайте. Стоп, лац. Давайте покажем это. Давайте. Может быть, им будет так понятнее. Так, вот, пожалуйста, раз, два, три. Четвертое слово. Ведущие. Смотрите, отгадывайте, пожалуйста, что это за название такое.